Сегодня в Чебоксарах объявили имена победителей конкурсов педагогического мастерства. На одной сцене наградили лучших преподавателей-психологов, классных руководителей, воспитателей и учителей школ. С героями торжественной церемонии познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Они волнуются, словно ученики перед госэкзаменом. Еще бы, ведь на кону почетный титул. В каждой из номинаций по 5 лауреатов, но лучшим из лучших должен стать только один. Волнуетесь, наверное, перед объявлением результатов? В ходе занятия нужно было продемонстрировать свои профессиональные навыки, умение владеть различными техниками. В ходе визитки тоже проявили свои способности. Интрига длится до последнего. Имена финалистов запечатаны. Право вскрыть конверты и наградить лучших предоставили главе Чувашии. А за победу в конкурсе «Педагогический дебют» боролись только молодые учителя. Финалистом стала Ксения Михайлова, преподаватель техникума транспортных и строительных технологий. Воспитателем года признали Елену Михайлову. Она работает в Шумерлинском детском саду «Родничок». Я работаю воспитателем 6 лет. И я выбрала эту профессию замечательную, потому что считаю, что дарить любовь детям, заботиться о них – это самое прекрасное чувство в жизни. И мы ведь пришли на этот конкурс не только, чтобы поделиться опытом, но и найти на самом-то деле друзей. И я считаю, что все мы победители, только я лучше. Титул «Учитель года» для педагогов самый почетный. Его обладателем стала Татьяна Андреева из Чебоксар. Она представит республику на федеральном этапе. Нас всех педагогов в первую очередь объединяет любовь к детям. И поэтому я считаю, я уверена, что будущее нашей страны в руках тех, кто учит и учится. И для меня честь представлять Чувашскую республику на всероссийском конкурсе учителей. Конкурсы педагогического мастерства в республике проводят каждый год. Для учителей и воспитателей это стимул двигаться вперед. Благодаря усилиям педагогов побеждают и ученики. В прошлом году 25 школьников стали призерами Всероссийской олимпиады. Сегодня вот со стороны органов власти создается самая благоприятная, комфортная среда для наших детей, чтобы они вот с малых лет могли развиваться. И вместе с вами, в общей нашей совместной деятельности, у нас все это получается. Это тоже очень здорово. С другой стороны, я рад и счастлив, когда сейчас вот молодые учителя с учетом созданной мотивации пошли учителями в школу работать. Молодежь будет строить будущее России, будущее регионов Российской Федерации, будущее своего муниципального образования. И смотря на эти примеры, люди начинают подтягиваться. Ценные награды для лучших педагогов – премии главы региона. Они должны помочь преподавателям реализовать свои заветные мечты. Ну а за праздничное настроение сегодня отвечали ученики. Дети подготовили учителям концертную программу. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.